Добрый вечер всем, друзья. Я считаю, что декабрь — это то время, когда все куда-то хотят улететь, отдохнуть, неважно, да просто, на самом деле, куда-то куражнуть или справить свой Новый год. И причем неважно, на сколько, на неделю, на месяц, может быть, на два месяца. И также поступила Зинаида Антипова 6 лет назад. Да просто уехала на неделю, там, на месяц, но на самом деле до сих пор не вернулась в Россию и не собиралась. Теперь она всех радует своим солнечным настроением, позитивом из Сочи, со своей крошкой Алисия. Ну и в традициях отдыха читает сама и рекомендует всем, что почитать.